Я мог бы в шляпе ходить, меня бы узнавали все, но это как бы, мне кажется, придавать немножко свой такой образ, который на сцене. Шляпа делает человека сказочником. Вот. Поэтому, конечно, у меня шляпа здесь, безусловно. Но у меня, знаете, мечта, я хотел бы шляпу Благовещенский купить. В Китае точно шляп нет. Какие-то вот такие псевдоковбойские, но Благовещенский поищу обязательно. Так что можете подарить мне шляпу. Лучшего подарка Григорию Гладкову нет.